Всем привет, с вами Артём, и сегодня мы продолжим... Чё я говорю, какой нахрен продолжим? Сегодня у нас будет первый взгляд в некоторой степени, хотя у меня нет такой рубрики, как первый взгляд. Сегодня мы полностью пройдем с вами демо-версию именно того, что вы сейчас видите на своих экранах. Это демо-версия Outlast 2, и так, у меня возникает вопрос, а чё не так? Что это за черная полоска справа? Подождите, ребят, а что это за фигня такая? Что за черная полоса? Я, может, что-то не понимаю? Но вроде бы у меня ее нет. Странно. Откуда она... Я, может, что-то... Подождите, я сейчас проверю на полный экран. А на полном экране полоски нет. О, нет больше полоски, вроде как. Ну ладно. Короче, очень странная какая-то хрень. В общем, сегодня это уже начало мистики. Короче, сегодня мы будем с вами смотреть демку Outlast 2 для PlayStation 4. Outlast это один из самых лучших хорроров последних 5 лет. И сегодня мы посмотрим на демо-версию его продолжения, которое было изначально запланировано именно к Хэллоуину этого года. Но получилось так, что игру все-таки, тем не менее, перенесли на начало следующего года. Вот, и сегодня мы с вами посмотрим, что же здесь будет. Что же здесь у нас будет. Ну, собственно, я не знаю, ребят, вы отпишитесь там, меня слышно, видно, все ли в порядке, потому что я, например, себя не могу со стороны услышать. Сейчас, секундочку, я перезапущу страницу, у меня постоянная буферизация, и это не вариант вообще. Мне нужно, чтобы у меня трансляция ехала нормально. Так, сейчас я его вижу. Сигельвей пишет, что все в порядке. Ну, отлично, ребят. Я думаю, я надеюсь, что вы готовы к той жести, которая будет уготовлена нам в Outlast'е. Хотя, возможно, будет все как раз наоборот. И игра нас сейчас просто разочарует. Вообще скажем, фу, что за хрень с ней? Что за хрень сделали? Но я думаю, что такого не произойдет, потому что это, блин, Outlast. Первый Outlast был просто великолепен, он был шедеврален, и сейчас посмотрим на вторую часть. Я еще даже не запускал игру, поэтому все это делается в прямой трансляции. Поехали. Outlast 2 демо. Все соответствует канону оскорбления чувств верующих. Перевернутый крест, римские цифры, ну, римляне, все дела. Движок Unreal Engine, Red Barrels, все те же создатели. Я так понимаю, что... Так, ну я немножко... Японом, а там кто-то стоит. Я так понимаю, что похожая игра только на английском языке, да? То есть демка только на инглише будет. Ну да, похоже на том. К сожалению, у нее сейчас в данный момент нет русского языка, да и вообще пофигу. Поехали. Play demo. Добро пожаловать в демонстрационную версию Outlast 2. Вы Блейк Лангерман. Оператор, которая работает вместе со своей женой Лин. Вы двое... Короче, эти двое журналистов, они подвергают свою жизнь риску, чтобы снимать какие-то необычные истории. Они выкапывают эти истории, грубо говоря, все подробности. У меня с английским в последнее время полная беда, надо ее вспоминать, поэтому я сейчас могу затупить очень серьезно. Я так понимаю, что они разбираются с убийством некой женщины, которую знали как Джейн Доу. И мы отправляемся в пустыню Аризоны. Короче, мы журналисты, нас двое, судя по описанию, что-то связанное с убийством некой женщины по имени Джейн Доу, и мы окажемся с вами в пустыне Аризоны. Все, поехали, это все, что нам надо знать. Надо определенно свой английский вспоминать. Oh, no, Julia, I'm not you! Go, 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 go
Переговоры сейчас шли на тему того, что несколько дней... Few days или few weeks, я не расслышал. То ли пара недель, то ли пара дней назад была найдена женщина, раздетая, и... Короче, у них начал падать вертолет, у них отказал двигатель. Судя по тому, что я услышал. Лин? Лин, это его жена, я напоминаю. Так, наш герой носит очки. Похоже, на этом еще будет что-то как-то завязано, потому что, видите, замыленное изображение. Блин, это если они будут такую штуку делать с его зрением, например, если они будут такие выкрутасы вытворять, то будет интересно, я думаю. Луна такая вдалеке, туман. Пустыня Аризоны. И камера, конечно же. Камера, я так понимаю, будет также со съемкой ночного видения, как это было в первой части. Так, так, все, стой, стой. Встань уже, наконец. Я им сейчас не управляю, если что. Все, так. Для того, чтобы использовать... Для того, чтобы поднять вашу камеру, нажмите R1. Чтобы включить ночное видение, нажмите правый стик. Зум приближается при помощи крестовины. Ага, я понял. Снимает в 1080p, 60 кадров. Так, нет, давайте полностью с камеры ходить, мы это все будем снимать. Мы же журналисты. Мы же полные придурки в той ситуации, когда нужно выживать. Оло Энсефтер. Hello, welcome. Мы же журналисты, мы будем это все дело снимать. Так, нажмите X. Дайдер, привет снова. Так. Подожди, что? А, показалось. Да, кстати, мне не нравится, что стало так тихо, потому что, блин, какого хрена? Лориэния, привет. Я буду снимать все происходящее на камеру. Hello? Эй? I'm lost. Я потерялся. Закрыто. Я не знаю, как вам, а мне что-то уже здесь не по себе. Домик для того, чтобы бежать. Ой, как неудобно, они бег сделали. Какого хрена было? Блин. Бегать надо, нажимая на левый стик, вообще неудобно. Не люблю, когда бег так делают. Тихо. Так, батарейка перезаряжается. Алекс, hello. Hello, welcome. Is anybody there? Please. Пожалуйста, не надо скримеров. Я не люблю скримеры. I really don't like Fuck. I really don't like screamers. Привет, парень. Спишь, да? Боже, как же здесь темно, это пипец. Yes, we can talk in English. Why not? Who's there? Hello? Я не хочу проверять, кто там. Ну нафиг. Я присяду. Япона мать! Что за... Ладно, я ничего не хочу знать. Я ничего не хочу знать. Jesus. Что за на... Я чувствую, скорее всего, в этом прохождении этой демки может получиться так, что... Черт. Я боюсь, что могут возникнуть определенные выкрики с моей стороны на нецензурном русском.
Велосипед, конечно же, велосипед. Обязательно надо было добавить велосипед. Есть там кто? Ой, я не хочу подходить. Я не подойду к этому окну, я же не дурак. Мортен Дарк, привет. Что за... Что это сейчас было? Эй, чувак, я не хочу проблем. Hey, man. I don't want the problems. Please don't kill me. Я могу здесь спрятаться. I can hide here. Ой, чувствую, скримеров-то будет. Алекс Фару, привет. Ой, я чувствую, скримеров с этой, с, вот с этим моментом будет дохрена и много. Блин. Эй, человек. Пожалуйста, помогите. Я потерялся, наш вертолет разбился. Пожалуйста, откройте дверь, мне нужна помощь. Твою ж мать. Твою ж мать. Тот чувак пошел направо. Я не пойду туда. Я туда не пойду. Идите нафиг. Чё за нахрен происходит? Ой, твою мать. Тихо, тихо, тихо. У меня, по-моему, одна батарейка только. Здесь достаточно светло. Биг Ха-Ха, привет. Somebody's out here. Just a wind, just a wind. Просто ветер. Я буду ломать игру, я буду спиной ходить. Черт, блин. Это ни хрена не амнезия. Надо было закусок прикупить. Хорошо, хорошо бы зашло под Outlast. Я не знаю, кстати, сколько будет идти Outlast. Заперто. Скример рядом. Я это уже ощущаю. Боже, это тень. Так, ладно. Покажется, я понял, куда я попал. Что за нахрен происходит? Кажется, я понимаю, что здесь происходит. НТО и команда где-то близко. Пошли нахрен. Это гениальная была... Это была гениальная идея спрятаться в подвале. Чёрт, что? Я забыл, как зовут главного героя. Боже, твою мать. Ну, начинается. Я чувствую, это будет опять так же, как что за... Вы помните мое состояние из старых подписчиков на первом канале, когда я в первый раз проходил первый Outlast? На первом канале в первый раз проходил первый Outlast. Слишком много слова «первый». Трупов выложили в виде креста. Твою мать. Это же не дети. Вы помните ту ситуацию, когда я говорил, что я не могу играть больше получаса? Вот я чувствую скоро... вот я чувствую, скоро такая же штука будет.
О, прекрасно, просто прекрасно. Ой, голос из колодца. Голос из колодца. Я пошел нахрен отсюда. Я нафиг пошел отсюда. Никто не выберется. Да ну к чертовой матери, я побежал отсюда нахрен. Ничего знать не хочу больше. Твою мать. Твою же ж мать. Больные люди делали игру. У меня... Вы знаете, как у меня уже руки вспотели? Блин, я листочка испугался. Так, ладно. Надо вспоминать, что у меня есть яйца, и просто вот так вот отодвинуться. Ой, давай без этого. Давай без этого. Это я сейчас пошел по левой стороне. А я хотел сам сегодня постримить. Правильно сделал, что решил подождать. Тем временем батареек ноль. Ну и прекрасно. Что? В смысле? В смысле заперто? Вот это вот мне уже вообще не нравится. Я боюсь, что мне нужно было заглянуть в тот колодец. Но вы же понимаете, что я этого делать абсолютно не хочу. Это абсолютно тупая и идиотская идея. Заглядывать в колодец в Аутласте. Ой, сейчас я нос вытру, у меня уже, похоже, мозги вытекают. От нервного напряжения. Так, ладно. Демка та же самая, ну и хорошо. Не, ну меня не просто так сюда привели. О боже. Девка заткнулась. Не надо. Только не это. Ой, была не была. Я так и знал, что будет какая-нибудь херня. Ой, боже. Теперь мне еще нужно ползти. Ой, иди нафиг! Будет она еще тут со мной разговаривать! Очень длинный чей-то язык. Что происходит? Что творится? Я слышу, как кто-то орет. Да!
Да твою мать, да что ты будешь... О, светло. Школа? Нет, только не школа. Нет, это самая страшная игра, которую я только видел. Ладно, я не шучу. Чё-то вентиляция похуже, чем те, что были в первой части. Чей голос? А этого уже не было в той демке. Школа от лукавого. Да нет, вон крестик висит, туда о лукавом речи быть не может. Есть тут какие-нибудь документы, что-нибудь почитать? Да-да. Спасибо. Спасибо за темную школу. Я школу ненавижу еще со времен Сайлент Хилла. Твою мать. Эй! Если там кто-то балуется, тот получит от меня звездюлей, причем таких, что жопа будет красная. Немедленно выходи. Кто там бегает? Я сейчас довыпендриваюсь. Что это? Ой, не надо, не надо, не надо! А, господи, зачем? Ну зачем? Вы чё, я совсем сбрендили? Чувак, ты чё, совсем тупой? Зачем ты это делаешь? О, боже. Главное, сейчас яйца не чешите. Угу. Я не хочу поворачиваться. Я не хочу поворачиваться. Что это сейчас было? Что это сейчас было? Какого хрена какого хрена происходит? Нахрен, 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 нахрен! Возьми, возьми батарейку, возьми, дебил, батарейку! Чё перед глазами все плывет? Заперто. Я боюсь разворачиваться в таких играх. У меня руки потные уже, пипец как. Я не знаю, как вам, но что-то игра реально держит в диком напряжении. Не откроется. Меня напрягает, что видите, теперь это, в отличие от того, что было в первом Outlast'е. И чё? Япона мать. В отличие от того, что было в первом ощущении, в первом Outlast'е... Какого хрена меня заставляют ходить по комнатам? По коридору? Нет, ну реально, вы что, прикалываетесь? Нет, ну вы реально? А, твою мать, сходи на свою... Первый раз он трудный самый. Блин, я вижу, что я весь красный сижу.
Я пошел, короче. Все, можно это. Дверь открыли. Чё? Чё? Лакрима, привет. Ладно. Да, Эдер, мистика была и в первом Outlast, если ты не помнишь. Помнишь выход из психушки на улицу, а там тень стояла? Если вы видите это и найдете эту запись, знаете, все то, что вы видите, это не монтаж. Музыкальный класс. Я пойду сюда. Нет, и сюда не пойду. Нет, ну это уже вообще перебор. Нет, я при... Да, Эдра, зачем ты мне сказал, что демка сегодня вышла? Но правда, зачем ты мне сказал, что игра вышла, что вышла демка этой игры? Я познаю боль и страх. Потому что оно нах. О, господи, тень, моя тень. Моя мать ее тень. Не откроется же, да? Конечно же, не откроется. Как долго, интересно, будет идти эта демка? Может, еще не поздно в амнезию? Да я бы с удовольствием. Интересно, он камеру снимает? Да нет, все снимается как положено. Черт, еще запертая дверь. Может быть, я и эту дверь мог открыть, музыкальный класс. Куда девочку утащили? Видно, что это была очень христианская школа. Иди нахрен, мужик, отсюда, от меня! Тебе что надо? Тебе что надо? Отвянь! Куда меня понесло? Ой, твою мать! Ой, твою мать! Твою мать! Что за проклятая деревня? Куда я вообще приехал? Нужно восстановиться. Черт, меня там высвечивают. Твою мать. Он сюда идет, урод. Блин, они близко. Твою мать. Удачно я пришел. Тихо.
Спокойно. Боже, я уже обожаю эту игру, еще хотя она выйдет только в начале следующего года. Кажется, он молится. Он читает строки из Библии. Куда мне бежать? Не дыши так громко, идиот! Зачем я сюда залез? Кто мне скажет? Сядь! Нет! Я видел там свет. Долбаное кукурузное поле. Опа. Батарейка. Я дебил, я буду снимать здесь. Нет, я не буду снимать. Я не настолько дебил. Восстанавливай здоровье. Твою... А-а-а! Эти уроды меня заметили. Демк недолго, это я боюсь и туплю. Черт. Сядь. Надеюсь, это сработает, как это было в амнезии. Куда, блин, идти, еще непонятно, нифига. Я вернулся обратно. Стой, что сейчас было? Это спрятаться. Блин, здесь повсюду долбаные заборы. Да, Джиперс Криперс, кстати, напоминает. Из-за того, что вот такая деревенская вся эта... Ща за нахрен. Это не та ли психушка из первой части? Джиперс Криперс. Просто беги. Я не врубаюсь, куда бежать. Похоже, мне надо куда-то направо было. Блин, заколочили. Хрен что увидишь с этой камерой здесь. Тут там висельники висят. Мне определенно нужно попасть по эту сторону забора. Боже, я слепой! Как я мог такое не заметить? Задница. Вот твою. Подожди. Я отсюда выбежал. Я пришел обратно. Церковь. Кажется, я знаю, куда бежать. Если это церковь. Ух, ёпарсоте!
чертова... Тихо. Батарейку-то возьми! Меня здесь нет. Не пинайте меня! Не надо! Я хороший! Нет, твою мать, яма проклятая! Твою мать! Как лезть? Да твою мать, да не туда же! Что ж ты делаешь-то, а? Господи, у него это Михалков! Никита Михалков, только не ты, нет! Меня убил Никита Михалков, вы видели его усы? Я немножко уже попривык, когда начался экшен. Меня больше пугает, когда напряжение идет, полная тишина. А! Иди в пень! Ой, господи, не туда бегу. Режь себе на здоровье. Что там за радио долбанутое? Блин, как здесь что-либо сломать? Идите отсюда. Он меня сейчас съест. Прикинь! Я не знаю, куда бежать. Блин, я не пойму. Вроде бы надо бежать в эту сторону, но... Что-то надо сделать с этим сараем. Короче, меня убили. Так, сейчас надо разобраться. Нужно взять себя в руки и решить этот момент. Как это место пройти? Так. Я хотя бы понял, куда теперь надо бежать. Это уже хорошо. Вон там залезть можно. Беги, твою мать, беги. Твою дивизию. Опять очки потеряли, я же говорю, они это сделают. Нет! Не, ну вы видели? Я правильно понимаю, что это похоже все? Как бы выразиться более скромно, аккуратно? В предыдущей части был один чувак, которого распилили таким образом. Короче, так, все, я сейчас должен высказаться, я должен что-то сказать, потому что у меня больше эмоций, чем каких-то адекватных мыслей в голове. По ощущениям, похоже, это будет жестче, чем первый Outlast.
Демка просто не давала продохнуть абсолютно. Хватит бить в колокол! Спасибо. Каждый раз, когда я просто поворачивал за угол, происходила очередная какая-то неведомая хрень. Просто не давали возможности отдохнуть. Не было такого момента, чтобы я мог взять и успокоиться. Ни одного момента не было. Вообще ни одного. Просто одно событие за следующим событием, за следующим событием и за следующим событием. Если в таком духе будет выдержана вся игра, это вполне... Эта игра вполне может стать лучшим хоррором десятилетия. Просто учитывая, что сейчас было, это... Ой... Игра сейчас мне такой выплеск адреналина просто подарила, что я не знаю. Это потрясающе, конечно. Игра шикарной будет, я уже в это верю. Пока не совсем понимаю, что происходит, потому что вроде никаких мутантов я здесь никаких не наблюдал. То есть это не какие-то там людоеды, например, с фильма «Поворот не туда», где там вот так же в деревенских всех вот этих вот, в деревенском антураже там похищали людей, резали их, там жрали и так далее. Здесь же вроде бы абсолютно нормальные жители деревни, но судя по всему, я так понимаю, какие-то религиозные фанатики. Они вроде бы адекватные, но то, что они делали сейчас в кадре, это вообще уму непостижимо. Мужик этот, который сейчас резал кого-то. И опять же, вот это присутствие мистики в игре в еще больших количествах, нежели это было в первой части. В первой части там был такой... Там была легкая мистика. Очень легкая такая мистика. Здесь же просто это потрясающе, когда вот ты смотришь, бежит девочка по коридору, ты заворачиваешь за угол и видишь, что эта девочка повешенная висит в коридоре. Это... Момент, когда ты входишь в шкафчик, поворачиваешься, там стена. И это вообще просто... Это просто класс. Классно. Пока что демки просто заслуженные 11 из 10. Это классно, то, что они сделали. Я говорю, Михалков выглядел нормальным. Вот о чем речь. Вот, даже Никита Михалков присутствует в игре. Короче, пока что... Ой, 11 из 10 этой игре ставлю. Буду ждать. Ой, обязательно появится на канале. Обязательно будет. Я сейчас пойду немножко подуспокоюсь, и мы, наверное, в амнезию пойдем, я думаю. Хотя не уверен насчет амнезии, честно говоря, уже сегодня. Давайте лучше завтра в амнезию. Я сейчас перерыв сделаю, пойду в третий Dark Souls. Вот. Я не знаю, амнезия мне сейчас может слишком скучной показаться после Outlast 2. Кстати, насчет того, что у нас сейчас октябрь. Ладно, пойдем в амнезию. Поскольку сейчас октябрь, дело приближается к Хэллоуину, у меня в планах пройти первую, вторую амнезию и... У меня в планах также присутствует Край Фер, но я не уверен, насколько у меня получится его пройти, потому что игрушка такая весьма... И будет первый Outlast. Я планировал перепройти первый Outlast. Не, ну первый Outlast после того, что я сейчас увидел в этой демке, это реально жесть. Это классно. Это просто... Просто браво. Это суперски было сделано. Вот, ребят, все, сейчас делаем паузу и потом в амнезийку пойдем. Ой. Всем спасибо за просмотр, если смотрели на Твиче, подписывайтесь на Твич, на Ютуб, во ВКонтакт вступайте, в партию ВКонтакта. Это самое. Если на Ютубе смотрели, там вы знаете, что делать, пальцы вверх, комментарии там. Подписывайтесь. Все. Эта игра меня прикончила просто. Все, всем спасибо. До следующего включения. Всем пока.